который длился 13 уроков. И я очень благодарна Господу, что к концу нашего курса к нам присоединилось два воспитанника, это Паша и Натан. Так что в следующий раз будем сертификаты давать уже малышам. Вот, у нас еще тут Александр должен быть. Люба, можно попросить Любу нам? А, Люба, здравствуйте еще раз. Вот, поэтому я хочу, чтобы мы поаплодировали, и знаете... Подождите, подождите, я еще не сказала. Вы меня прикалываетесь, да? Я хочу сказать, что в мире наших детей ждет очень много, я думаю, что лучше не станет. Мы же понимаем, да, что негатив будут, осуждения будут, претензии будут, обвинения. Но именно Церковь Божья, она именно признана для того, чтобы в ничтожном рассмотреть жемчужины. И я вам откровенно говорю, да, спасибо большое Татьяне, которую нам Господь дал, спасибо большое родителям, которые помогали. То, что происходит там, в детском служении, поверьте, там такая ждет война, как и здесь духовная война. И дьявол, он атакует наше поколение вперед, да, он не хочет, чтобы мы рождались, чтобы мы размножались. Он не хочет, чтобы мы исполняли заповеди Божьи, но Господь, он хранит наших детей, и то, что происходит в соседней комнате, это, я считаю, будущее нашей церкви, поэтому мы уже выпустили вот Алексей, который стоит в хоре, да, это уже первое наше поколение, как сказать, выпускники воскресной школы, и давайте будем молиться, чтобы эти дети, которые нам Господь доверил, это поколение, чтобы оно тоже все было, ну, хотя бы на сцене в церкви, хотя бы, а в миру пусть Господь их будет развивать, и будут они первосвященниками там, где есть, но пусть церковь для них станет первой вот этим... Да, первой студии для прославления Господа, чтобы они здесь получали самые важные навыки, поэтому я вас прошу присоединиться, нам Люба проаккомпанимирует, и мы каждого из них выделим, благословим, и пусть они знают, что именно здесь их ждет признание, понимание, принятие, любовь Божия пусть изливается на них. Итак, поздравляем с хорошим завершением первого курса, который называется «В начале похвальным листом», Еву, вас. Еве вручается такой похвальный лист. Девочка, я тебе желаю, чтобы у тебя таких похвальных листов была вся квартира увешана. Так что я тебя поздравляю, вези домой и будь всегда большим благословением для других и прославляй Господа. Держи тебе чупа-чупс. Почти. Также мы поздравляем Злату Жданович с окончанием первого курса. Злате повезло в том плане, что она весь этот курс проходила у меня либо в животе, либо на руках. Поэтому она все знает. Очень сложно какой-то вопрос задать, Злата, но ты молодец за то, что ты являешься не только воспитанником, но и помощником. И тебе тоже, чтобы ты оценила. Паша, от тебя я хочу сказать, что у нас большая надежда, что Господь врастит в тебе такого крепкого мужа, который будет не только классно учиться в воскресной школе, но и давать всем большой пример. И знаешь, еще друзей приводи. Можно Паше тоже сыграть? Вот, еще у нас одна будет сертификат, я просто вам говорю. Вот Паша, которому мы пророчествовали пасторство, не хуже, не меньше. Он, мне кажется, все наперед вообще все знал, все вопросы, все ответы. Поэтому мы Сашу тоже поздравим, как только он придет. Сашу. Саша, мы тебя ждали. Как? Сейчас, Саша, разденемся. Да, и следующий урок у нас, следующий будет курс 13 занятий, поэтому приводите своих детей, внуков, племянников, и мы будем... соседей, друзей, потому что, ну, мы с Татьяной уже так сплотились хорошенько, да, мы готовы принять. Вот, ну, пока Саша идет, давайте мы помолимся за детей. Дорогой Господь, спасибо тебе за благословенных детей, спасибо тебе, что